Встречают по одежке, провожают аплодисментами. Участников конкурса детских театров моды «Золотая нить». 23 коллектива из всех муниципалитетов, 37 коллекций. В каждой воплощение детского представления о моде от кутюр. Коллекции, которые делают дети, это чисто вот такое детское творчество, поэтому оно и называется творчество детских театров моды. Это более театрализованная, более игровая такая форма, которая еще дает развитие ребенка, обучение ребенка. Ребенок изучает как костюм, так и швейное мастерство. Коллекция должна быть хорошо сшита. В ней обязательно соблюсти национальные и народные традиции. Важные условия – оригинальность замысла. Юные властители моды из Фурманова выдержали традиции французской моды. Их коллекция называется «У бабушки в Провансе». Мы представляем то, что бабушки приехали в деревню в таких шикарных платьях. И стиль Прованс, толкнул нас на это. И мы создали так модельки. Создатели коллекции вдохновили аккорды французских исполнителей. Когда девочки шили свои наряды, они ощущали себя парижанками. Маленькие дизайнеры, одновременные модели, свои наряды дополнили аксессуарами. Использовали разные материалы сначала и остановились на материалах хлопчатобумажного вида. Использовали ручную работу, вязание крючком, вязание на спицах ажурные. И это все добавлено в коллекцию нашу. Для детских театров моды дефиле не так важно, как театральная обработка выступления. Каждый выход на подиум – зрелищное шоу. Проигравших в конкурсе «Золотая нить» не может быть. Ведь здесь только талантливые и лучшие из лучших. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.